отдельно вот этот. Это хорошо делает. Пиши сразу выйти на второй. То есть каждое движение, оно отдельное от второго. Не спеши рецеф этот. Потому что когда ты забегаешь одно в другой не готовым, оно плохо получается. То есть, вот перед тобой урок. Пам-пам-пам! Пам-пам-пам! Пошел. Да, это каждый отдельный. Вот, это каждый отдельный. Ты же не рецеф тренируешь, ты просто повторяешь это много раз. Поэтому в каждом вкладывайся с точки, когда ты готов начать. Давай. Делаешь, бам, оно уже там, видишь? Вот маленький нюанс, посмотри, сколько дает разница. Давай, подожди, еще пару раз сделаю, так глубоко все лучше. Ну вот ты его, когда вот так вот близко перед собой, ты сразу его хватаешь. А когда ты делал вот это вот далеко, ты гнался за ним. Видишь, я тоже не все нюансы. Сабаба, ты дешафне, а сам перевод очень хороший. Сейчас смотрю и вижу, я увидел разницу, когда ты вдоль тела далеко руку заводишь. Ты должен на ногу и с нее. Вот, смотри. Раз, два, раз. Нет, пойди сначала движение, спеши. Сделай для ручки. Я еще вот правильно, сейчас был вес. Спеши, чтобы это получилось. Лучше, сейчас был вес. Медленно само движение. Здесь резко. Вот, раз, два, ап! Усыпи, тишину имею. Вот, сейчас ты с ногой сделал. Вот, еще сделай. Вот, теперь то же самое. Делай вот, раз, два, и сюда. Делай это назад. Да, вот сейчас молодец. Нет. Сейчас веса не было. Ну, так я тебе говорю, за каждый раз отдельно. Вот. Вот, почувствуй вес на ноге, толкнись с ноги, должен пол, вот, да, мышцы. Почему это происходит, я объясню, это потому что у тебя в голове опять скорость твоя быстро сделает, быстрее качество вылетает, и поэтому у тебя вес не на ноге, ты спешишь. Если сделаешь вот раз, два, и резко, то есть ты ногой воспользуешься, тогда да, это будет совсем другой эффект, сделай другой ногой. Совсем сильно согнутая нога была. Возьми ширину удобную для тебя. Вот, раз, раз, оп. Чтобы у тебя нога была чуть-чуть игравая.
говорили, любое упражнение сначала делается медленно, чувствуется, что оно делает, а потом увеличиваешь скорость. Как только ты с медленного на быстрое переходишь, ты теряешь то, что должно было быть. Тело возвращается на автоматические твои движения, которые были. Понял? Делай это не быстро, разделяй между движениями. Раз, два, сделай, оставь, остановись, потом дальше. Дальше движение слабее. Пей воды. Еще раз давай. Давай, тут быстро мы. Перевод мяча. То же самое, мяч должен тут в этой скорости подать. Быстро. Нет, я хочу сейчас тебе давать, я тебе дал размяться, чтобы давать задание. Смотри сюда, делаешь то же самое, я тебе буду за метр до показывать. Если это рука, значит в эту сторону идешь. Если это, значит в эту. Или нет, лучше по ногам, ты уже привык к ноги видеть. Если так, значит ты сюда. Если так, значит ты сюда, на фан. Теперь руками смотри. У тебя есть раз, два, три. Сраба. Первая флоутер, хэдси с флоутером. А, еще на ногу и на руку? Нет, нога это куда ты пошел. Теперь что дальше делать? Один это флоутер. Два. Это лейап вот этот. Это флоутер или лейап? Нет, лейап я имею в виду. Лейап такой, да. А в третьем такой, да. Давай. Какой флоутер это один, два, это вот так, три это вот так. Три это обратно, да.
Нет, с тремя, неважно. У тебя есть для себя, в голове понять здесь. У тебя отличается только один, это что-то одно, а два-три это другое. Нахон? Если это один, ты небольшие шаги, уж ты флоутер делаешь. А если это два или три, ты цад решен делаешь. Просто разница между ними, что два. Ты вот так заканчиваешь, три вот так. Все. Лево, один, право, давай. Дальше не толкнуть, все равно завершу. Но ты знаешь, что не столько вот здесь, там. Когда хочешь это сделать, слишком высоко поднимаешься. Я чуть не довел до этого, я не мог просто вытолкнуть. И тебя терял. И когда хочешь это сделать, ты понимаешь, что толкался. Более жестко себя держи. Тогда ты будешь в устойчивом положении, когда выбрасываешь. Шея, что еще? Когда было бы шахне, понятно, что тут надо не в нюансы объяснения заходить. Это у тебя это хорошо получается в игре, по-настоящему. То есть это не раз-раз одинаковый, это же с разной скоростью. Я стою, и вот, бам, я резко дернулся, и тогда он думает, что я там пошел. Что если я сделаю пам-пам, то далем шахне, понимаешь? Поэтому здесь сейчас было тогда раз, два. Чтобы я не понял, что ты делаешь. Вот. Жестко зайди. Жестко.
там хорошо, а сюда шел уже так, пешком. Давай. Еще три раза с этой стороны. Молодец. Каждый раз разный финиш выбирать. Слева, нет, справа, давай. Чахне, чтобы это было бы чахне, сильным ритмом. Бам! Бам! Сильный дриблинг — это нормальный проход, если теряешь ходу. Еще тут. Попал туда, сюда, вот. Здесь раз слева, раз справа. Есть? Да. Давай. Сайт торгового. Уже ноги. תגל קדימה, גב זקוף, כן, בהתחזה למעלה. יאללה, ספרינט. מצוין. Thank you.
Гляди, кофе фрегер стоят. Морит, вас. Ап, капац, це вели мало. Окей. Мохет аль штера глайм вас кфица. Морит и хат, кен. Нехита аль шнем. Кен, бидюк. Ама шо тер габо. Тарим берех, Данил. Берех. Яфе. אל תיקח מהירות, תתחיל מקו השחור. בלי איזה, שני צעדים קפיצה. אחד, שתיים. תהיה יותר יציב ברגליים. אחד, שתיים, השעיה. אחד, שתיים, השעיה. תשנה כיוון קצת יותר לאט. הצעדים יותר זריזים, כן. בדיוק, כן. כן. נו. תיגע בקונוס כל פעם שאתה חוזר. לגעת כל פעם בקונוס. דרך נגיעה. נגיעה. Дальше вперед толкай носками. Вперед. Еще, еще. На носки как будто встаешь. Вперед. Вот.